Олимпийские игры в Сочи, к которым так долго готовились, о которых так много и долго говорили, теперь часть истории. В церемонии закрытия Олимпиады, так же как и в открытии, приняли участие ивановцы. Гимн России, в сопровождении которого состоялось поднятие флага нашей страны, исполнил детский хор, в составе которого оказались воспитанники детской хоровой школы «Мальчика» под руководством Александра Жуковского. В хореографических номерах был задействован танцор Антон Буланкин. После участия в церемонии открытия игр его также пригласили на шоу закрытия. Сегодня ночью Антон приехал в Иваново. Открытие было, конечно, более, наверное, интересным, потому что мы готовились очень долго. Закрытие было таким достаточно спонтанным, потому что мы не знали до последнего момента, что мы будем участвовать в этом грандиозном мероприятии. С нами работали замечательные хореографы Раду Покритару, Александр Лещенко, украинские хореографы, которые все это время были с нами и создавали жизнь. График репетиций между двумя церемониями был очень плотный. Сразу несколько тысяч артистов готовились к выступлению на грандиозном шоу. Завершающие репетиции длились по 12 часов. На них присутствовали первые лица страны и неусыпно следили за ходом подготовки. Каждый день новые эмоции, каждый день много-много-много движения. Совершенно новый опыт по постановке, по тому, как делаются большие постановки, в которых участвует много людей, то есть как это вообще все организовывается, как заставить большую массу людей работать в едином сплоченном коллективе. Это просто опыт, который нельзя получить нигде, ни в какой теории. То есть это только вот нужно быть на стадионе, нужно быть там, нужно быть среди всех этих сумасшедших артистов, которые бегают по коридору. То есть это очень здорово, и это эмоции, которые не сравнишь ни с чем. Церемония закрытия прошла в необыкновенной атмосфере стадиона «Фишт». Особая радость и гордость была связана с победой нашей сборной, которая показала лучшие результаты на олимпийских объектах Сочи. Выступления артистов и парад атлетов сопровождались красивой иллюминацией. Зрители масштабного мероприятия также оказались и его участниками. Каждому гостю была подарена памятная медаль, которая светилась во время шоу. Елена Белова, Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Сочи.